Власти считают, что взрыв на юге Турции устроила террористская смертница. С таким заявлением в эфире национального телевидения выступил вице-премьер Мехмет Шимшек. Такой же версии придерживаются и региональные власти. По официальным данным, погибли как минимум 8 человек, 60 ранены. По неофициальным, число жертв может быть гораздо выше – около 50 человек. Взрыв прогремел в городе Гиазантеп на юге Турции. Причем произошло это во время празднования свадьбы. Агентство Рейтер, ссылаясь на заявление в Твиттере одного из депутатов правящей партии «Справедливости и согласия», пишет, что за этим нападением может стоять террористическая группировка «Исламское государство». Впрочем, пока ответственность за теракт никто на себя не взял.